Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 1. Урок 30. От Орла до Курска по шоссе 180 километров. Из этих городов одновременно навстречу друг другу выехал грузовик и автобус. Скорость грузовика 40 километров в час, а скорость автобуса 50 километров в час. Как и с какой скоростью изменяется расстояние между ними? Через сколько часов произойдет встреча? Проиллюстрируй движение автобуса и грузовика с помощью координатного луча в масштабе 1 сантиметр, равный 20 километрам. Скорость сближения равна 50 прибавить 40, равно 90 километров в час. Настолько уменьшается расстояние между грузовиком и автобусом. Время встречи равно 180 расстояние разделить на 90 на скорость, и мы узнаем время, что через 2 часа грузовик и автобус встретятся. Изобразим на координатном луче движение грузовика, который движется со скоростью 40 км в час, и движение автобуса, движущегося со скоростью 50 км в час. Они движутся навстречу друг другу. И место их встречи произойдет в точке с координатой 80. Через 2 часа. 2 часа проедет грузовик, и 2 часа проедет автобус. Грузовик проедет 80 километров, а автобус проедет, у нас получается 20, 45, 50 и 50, 100 километров. Через 2 часа грузовик и автобус встретятся. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.